Всем привет, с вами Винчестер. Сегодня вам покажу, как играть на слабых ноутбуках, ПК, даже не имею очень хороший интернет, в онлайн сильные игры, такие как War Thunder, World of Tanks, если вам не позволяло ваш компьютер, видеокарта или что-то другое. Мы заходим на такой сайт, как PlayKey. Заходим с ВК или с Фейсбука и качаем программу. Чтобы ее скачать, просто нужно нажать на игру, и она вам скажет, что вам нужна вот эта программа. Давайте же выберем такую игру, как War Thunder, в нее я уже поиграл. И если у вас уже есть аккаунт в этой игре, то вы заходите в него и регистрируетесь снова, в смысле это не другой сервер этой игры, а тот же самый, просто открывается с помощью вот этого, вот этой фишки. В чем вот вся фишка? Вот уже началась. Меня сейчас должно быть не будет хорошо слышно, потому что вот сеть. Ну вот. Так. Я не знаю, как хорошо сейчас меня будет слышно, но я буду говорить погромче. У меня уже есть аккаунт, мы логинимся. Аккаунт можно создать на официальном сайте War Thunder. И заходим. Прикол весь в том, что мы видим видео, как мы управляем героем. Либо вот в чем мы вот играем там, ну вот в данном случае самолет будет там или танк, и мы выбираем вот это. Сейчас вы видите мой FPS в своем левом углу, левом верхнем углу. Так, как мы видим, даже сейчас посмотрю, давайте параметры игры, что у меня есть. Графика, например, она стоит не на самых минимах. Это нужно выбирать. И давайте же сделаем звук все-таки потише. Думаю, вот сейчас меня будет слышно лучше. Так. И не зависит, как в прошлом видео, не зависит, сколько времени вы играете. Можете хоть весь день играть. Игры бесплатные, но нужно дать честь авторам, потому что очень качественно сделали это все. Но, как всегда, есть немножко проблемы с мышкой. Она движется либо, не знаю, либо, ну, вот медленно, либо иногда скачками. Но это тоже зависит от интернета. Я уже поиграл немножко, как вы видите. У меня уже первый левел профилей. Какие-то награды есть. Я все-таки не очень понимаю в этой игре. Ну, давайте бой сыграем, чтобы вы убедились в этом. В прошлый раз была Биошок, но там все нужно было покупать. Я показывал на игре Биошок, а сейчас буду показывать на игре War Thunder. Когда первый раз вы зайдете в игру, то вам будут там какие-то вот эти обучения. Ну, у меня вот. Вот так вот. Если у вас есть интернет, можете ставить хорошие графики, вот все это. Меня вот даже на среднем тоже все устраивает. Вот так вот. Это 2 секунды. И мы уже в игре сейчас. И как видим, немножечко сейчас полагает. Вот. FPS вы видите в левом углу. Пинг в нижнем левом углу, и мы играем с другими игроками. Сейчас мы их можем убить, но нужно вот убить вот этих в здания, как бы, либо это мои здания. Я тоже не очень шарю в этой игре. Опа, вот так мы попались. Быстро вот так идем. Игра идет на 30 FPS постоянно. Там может в загрузке немножечко залагать. Ну, я не очень наловчился. Ну, вот даже попал. Ну, думаю, вы, если будете играть более, там, не знаю, одного, ну, первого раза,
там, ну не знаю, даже после первого дня вы можете хорошо научиться в этой игре. Хоть как новичок, как хотите. Ничего не лагает, все нормально, даже при записи у меня остается тот же FPS, как даже и без записи. Очень качественно сделали, кстати, это русские сервера. Не как в прошлый раз, америкосы, которые сделали все за деньги. Так что благодарствуем им. Всем спасибо за просмотр, до свидания, подписывайтесь на мой канал.